Праздник, мне кажется, который отмечается в числе семейный праздник. Вот. И своим одноклассникам я хотела пожелать самого всего самого лучшего, чтобы на экзаменах, вот, когда мы будем заканчивать 25 мая, чтобы, знаете, все держались, потому что 25 мая, мне кажется, до такой степени там все переволнуются, конечно, что последний день на экзаменах, будущий экзамен, чтобы год тигра все было хорошо. И чтобы мы всегда были вместе, дружные. И даже там несколько, 4 месяца, наверное, осталось учиться. Я хочу, чтобы эти 4 месяца, знаете, провели так, чтобы на всю жизнь оставшуюся было запомнили на всю оставшуюся жизнь. Хочу всем пожелать всего самого лучшего. Успехов в учебе. Скоро у ПК опять будет. Вот экзамены. Чтобы все у всех все получилось, все, что они хотят. Столько всего внутри, что-то много все сказать, но всем счастья, всех люблю, хоть и ругались, сколько там в 5 классе, помнится. Все-таки самый 9 я самый лучший. Ничего, всяких комментариев пускай. Скоро Новый год, я хочу пожелать всем своим одноклассникам начать этот год с новыми силами, так как 9 класс, хочу пожелать удачи, успехов, чтобы экзамены, все было хорошо, всем удачи. У нас впереди расставание после 9 класса, и всем жду, чтобы никто никогда никого не забывал. Будем встречаться. Пожелать своим близким, одноклассникам, своим любимым друзьям, чтобы провели этот праздник в кругу своих любимых людей, чтобы были всегда рядом. Хочу пожелать, чтобы мы сдали отличные экзамены в этом году. Это последний наш год, который неохота заканчивать. Трудно расставаться с друзьями. Хотела бы, чтобы мы провели этот Новый год хорошо, чтобы он запомнился на всю жизнь. Для 9 А-класса. Сказать то, что это самые близкие мои друзья. За 9 лет я с ними очень хорошо сблизилась. Это мои самые-самые близкие люди. Мне трудно с ними расставаться. Самое главное, хочу пожелать, чтобы мы в этом году сдали отличные экзамены, поступили в хорошие вузы. Кто все разъезжаются, даже трудно говорить об этом. Не хочу расставаться со своими одноклассниками. Самое главное, то, чтобы поступили все. Наступает 2010 год, год тигра. Я хотела пожелать, чтобы в этот год у всех все было хорошо. Все мечты, чтобы все мечты сбывались. 9 А, чтобы сдали экзамены ПГК на отлично. Конечно, этот год, 2010 год, будет грустным для нас, но все же не сумеем это пережить. Нам не хочется расставаться, хочется быть вместе, но так надо. Грустно об этом говорить. Некоторые остаются, некоторые уходят, но этот 2010 год, мне кажется, будет запомнят все его. Я желаю всем своим одноклассникам, чтобы они были всегда здоровы, самое главное – здоровье, чтобы были счастливы. Чтобы будущее у них было хорошим и всего самого наилучшего. А наступает 2010 год. В этом году я желаю всем всего самого наилучшего, чтобы все проблемы, которые были в 2009 году, ушли в прошлое, а в 2010 году наступила новая жизнь, чтобы те, кто уходит после 9 класса, поступили в... как сказать, поступили туда, куда они хотели, чтобы продвижение было у них в учебе, нашли свою профессию. А тем, кто остается в 11-м, желаю сдать успешно ЕНТ. Все. Сейчас как начать? Подождите, Новый год? Что такое Новый год? Новый год для меня это праздник, это смена года, это другая обстановка, все меняется, все, что старое, уходит в старый год, все, что начинается с Нового года.
Я желаю своему классу, 9-му, чтобы удачно справить Новый год, его все вместе, совместно, чтобы после 9 класса никто друг друга не забывал и всегда друг друга помнили, чтобы нас всегда запоминали так, как мы были самым лучшим классом, самым хорошим. Всем желаю провести хороший Новый год, чтобы всем было удачно, спраздновали его. Впереди расставание. Будет грустно расставаться со всеми. Мы будем все плакать после 9 класса. Это все, у всех так происходит. Им я желаю, чтобы они не забывали тех, кто остается в школе. Всегда помнили, всегда встречались на наши юбилеи школьные. Я их очень всех люблю. Даже с теми, с кем я, хорошо общалась, не очень, но все равно я всех люблю. Всех снова... Мне будет очень тяжело представить то, что мы заканчиваем 9 класс, мы уходим со школы. Те, кто остаются, надеюсь, что будут по нам скучать. Всем желаю успешно закончить школу, чтобы они нас помнили. Всем желаю хорошо сдать ЕНТ, даже с теми, с которыми я не общалась так близко, и всем своим лучшим, и всем своим близким друзьям. Я желаю хорошего, успешного Нового года и всем, кто вообще с нами есть. Я хочу пожелать скоро Новый год, и я хочу пожелать всем своим одноклассникам, всем учителям. Особенно одноклассникам, потому что я последний год с ними, и не знаю, как жизнь повернется, может, мы даже больше не увидимся. Скорее всего, мы больше не увидимся с одноклассниками. Я хочу пожелать своим одноклассникам счастья, любви, в новом году удачи, везения, чтобы у них все было хорошо. Чтобы никаких приключений, никаких драк, ничего, чтобы у них все было замечательно. Особенно желаю здоровья, чтобы я еще раз вас увидела. Я очень хочу еще раз вас увидеть. Я вас действительно люблю, 9-е, я вас обожаю. С Новым годом. 9-е, а нам в 2010 году придется всем расстаться. Именно 25 мая мы сдадим экзамены, мы расстанемся. Поэтому вы для меня сделали очень многое. Я вам очень за это благодарна. Весь 9-е, каждый из вас сделал мне что-то полезное, что-то хорошее. Я каждого из вас отдельно люблю. И хочу просто, чтобы вы знали то, что на самом деле у вас есть такая подруга Аминова Екатерина. В любой ситуации всегда я с вами. Скоро Новый год. К этому Новому году все люди готовятся. Интересно, почему же? Наверное, потому что верят в чудо. Верят маленькие дети Деда Мороза, Снегурочку. Письма пишут маленькие дети, заказывают иногда подарки. Я бы хотела бы пожелать всем на Новый год счастья, здоровья, любви, чтобы все плохое оставалось в старом году. Я верю в Новый год и верю в чудо. Я бы хотела бы всем пожелать в Новый год счастья, здоровья, любви, чтобы в этом Новом году было все хорошо. И чтобы все наши заветные мечты, которые мы бы не загадывали, чтобы они сбывались. Ну а теперь я бы хотела бы пожелать нашему классу, так как некоторые после 9 класса уходят в колледжи, а некоторые остаются. Я бы хотела бы пожелать тем, кто уходит в колледжи, может быть, куда-то еще в другие заведения. Хотела бы им пожелать, чтобы у них было все хорошо, чтобы они не забывали о нашем классе, кто останется, будет продолжать наш класс. Чтобы приходили к нам, почаще виделись мы, по возможности встречались, созванивались. Также я хотела пожелать тем, кто останется, чтобы у них тоже было все хорошо, чтобы они школу закончили тоже хорошо. Скоро Новый год, и этот праздник ассоциируется у меня с моими танцами, с моей школой. С родными это в первую очередь, но с танцами, наверное, потому что больше время ближе к этому празднику, больше времени провожу на танцах. Пожелания моим 9-му А классу, чтобы всегда были дружными, чтобы никогда не забывали друг про друга. Чтобы любили друг друга, ценили. Скоро конец года, я расстанусь с своими одноклассниками. Это очень грустно, очень печально, потому что я их всех люблю, всех уважаю. Уважаю за то, что они есть,
и ценю тоже по этому же поводу. Для меня Новый год, начинание все сначала. В Новом году хочу исполнение своих желаний. Пожелать хочу особенно своему 9 классу успеха в учебе, чтобы мы все хорошо сдали ПГК. Многие мои одноклассники уходят. Хотелось бы им пожелать всего хорошего, всего самого лучшего в новом году. В 2010 году нам придется расстаться с моими одноклассниками. Многие уходят, другие колледжи поступают. Хотелось бы им пожелать всего хорошего, чтобы они достойно закончили свою учебу, но никогда не забывали о нас. Мне очень бы хотелось бы, хоть и редко, но их встречать, потому что все 9 лет быть с ними, это для меня было очень, для меня это значило очень много. Хотелось бы быть всегда, находиться с ними рядом. Очень жалко, конечно, то, что они оставляют нас, но все же пожелать хотелось бы. Приближается Новый год. И вот этот Новый год хотелось бы пожелать всем счастья и здоровья. Я не люблю очень Новый год. Вот этот Новый год я жду своих желаний, которые не сбылись, чтобы они сбылись.